Здравствуйте. Значит, сегодня мы вместе с вами проведем ходовое испытание ранцевого распылителя. Вот, значит, приобрели недавно вот такой распылитель ранцевый. Брали его последний, как говорится, взяли, немножко не проверили. А до нас, видать, смотрели его неоднократно кто-то. Значит, ну и немножко его разукомплектовали. Но так как последнее пришлось его взять, не было, значит, здесь вот соединительных муфт. Значит, слава Богу, как говорится, у нас распылителей было достаточно много, помповых. Вот разобрали, собрали, ну, вроде что-то получилось. Значит, чем он нас подкупил, почему мы его взяли? Ну, во-первых, значит, кто, значит, пользовался, значит, помповыми, часто нужно качать, много качать. Достаточно тяжело, долго. Самое главное, то, что распыляет недостаточно хорошо. Значит, ну вот этот ранцевый распылитель, чтобы было видно. Значит, вот здесь даже вот встроенный, значит, вольтметр. Значит, к нему идет вот зарядное устройство, кучу насадок. Ну вот я поставил, значит, две насадочки такие, значит, именно для распыления. Там для опрыскивания есть, там и прочее. Ну, очень много их. Штуки три, наверное, идет. Ну и здесь вот, значит, органы управления. Вот здесь непосредственно вот включение идет. Вот, оп, включили. Вот видите, вот слышите, вот включили, вот выключили. Ну и здесь режимы работы. Значит, вот это нулевой режим, более слабый, значит, и вот более сильный. Значит, эксплуатация его очень простая. Как долго он будет служить, я не знаю, но вот мы зарядили его, значит, где-то неделю назад. Сейчас, перед тем, как провести, значит, испытание, снова включили, будем говорить, что включать было не нужно. Почему? Потому что батареи на данный момент нормальные. Ну, вот здесь вот заправляется сюда, значит, та жидкость, которую будем эксплуатировать. Здесь стоит такое, значит, приспособление для фильтрации, очень хорошо. Вместимость его 12 литров, если я не ошибаюсь. Да, 12 литров. Ну вот сейчас мы попробуем, как говорится, слова словами, а дело делом. Вот сейчас мы заправим его, полностью заправлять не будем. Ну вот, литра 3-4, наверное, зальем. Очень хорошо, значит, сразу фильтрует, не надо дополнительно фильтровать. Ну вот, значит, заправили. Сколько нам посмотреть? Ну где-то, ну вот видно даже где-то, ну, половина нету. Значит, заправили, закрываем. Сразу скажу, что когда мы, значит, его приблизились, это еще ремни были, ну почему-то, значит, сразу сняли их. Почему? Потому что, ну, вроде неудобно, как говорится. Ну, этот распылитель как раз подходит очень хорошо для пенсионеров. Для пенсионеров, почему? Потому что хорошо им работать. Ну, и в то же время просто эксплуатация. Ну, сейчас подойдем, наверное, к какому-нибудь дереву, чтобы было более наглядно. Так. Ну, как я и говорил, значит, здесь несколько режимов работы. Вот, значит, можно побольше включить. Вот так вот, допустим, вот включили мы его побольше. Так, где-то так вот посмотрим, да? Посмотрим, что будет показывать сейчас. Вот, пошло. Ну, чтобы было видно, вот видно, смотрите. Видите? Вот. Ну, вот, вот. Поток просто изумительный. Просто изумительный. Видите, вот это дерево где-то в пределах 250, легко, значит, он что добивает везде. И эксплуатировать его очень приятно, очень хорошо. Почему? Потому что я уже говорил, что не надо качать, не надо его 100 раз качать. Ну и можно использовать более экономный режим, более, так как сказать, что более, значит, слабый. Вот включили, вот смотрите, вот, и вот регулируется. Видите, вот. А можно посильнее. И очень сильный.
Просто фонтан. Просто фонтан. Но вот здесь вот чуть-чуть подкапает. Это почему? Потому что я сразу сказал, что когда приобретал, втулок этих и не было. То есть кто-то мне помог уже. И особенность такая вот этой машины можно использовать не только в распылении, значит, соответственно, опыление, значит, деревьев и прочее. Я, значит, использовал его еще также, опрыскивал, значит, доски, значит, отбеливателем. Если бы кисточкой мотать, это было бы долго, а взял, заправил его сюда отбеливателем. И как включил, 5 минут. Какой там 5 минут? 2 минуты, будем говорить, что так. И весь там потолок я им прошел. Можно и другими, значит, антисептиками работать. Ну вот, значит, на очереди, наверное, вот будет у нас, он там есть такое строение, надо балки верхние пообработать. Вот тоже так планирую. Ну вот, я думаю, что всем он понравился. И вот по цене он практически равен помповому. Даже помповые есть некоторые подороже. Ну все, я думаю, что, значит, кто решит приобретать такую вещь, думаю, никто не пожалеет. До свидания, до новых встреч.